Нормально делай, нормально будет. Я чуть резко не Дал откинулся. каплю, дал каплю. Ну ты слабый фонарь просто. Я сильный. Короче, громилу. Сейчас на себя возьму громилу. Мой жрец какой-то, я не знаю. Звездочку. Звездочку все бейте, блять, кого убьете нахуй. Буду в ДД спрятаться. Я хочу вару чарж такой нахуй, чтобы чаржнулся и шотнул нахуй. Хуя ты тебя придумал. Я хочу, чтобы когда паладин жал бабу, а рейд босс сразу умирал. Не, ну блядь, чарж такой, чтобы чаржнулся и, блядь, умер, это я бы такой для арены не отказалась бы, блядь. Ну, в Дуротаре бывает на кабанчиках, ну, потренируйся, нахуй. Ой. Беба, да поставь ты, блядь, этого не будешь. Чё? Наву, ёб твою мать. Будешь книга. Книга? Так я и так. Спасибо, кстати, что суманул. Да не за что. Кого легче всего одеть? Ханта? Да. Ретрика. Нихуя. Ретро другие, да? Нет, ретрика нет. Ретрика легко вообще одеть. Я заебёшься. Хила, в принципе, легко одевать. Про товары охуенно, про товары одевай. Короче, я всё-таки считаю ханта. Сейчас их ревортнут, Адели, ты перестанешь, сука, ныть. Ханта, типа, да, легко одевать. Не считая пухи и этих, блядь, и тринкетов. Самое хорошо одевать БМа ханта, вот там вообще, блядь, на изи. Тупо вещь мод пылесосишь, а пх 103 и пиздец. А потом не дамажишь, просто АФК сидишь. БМов нерф. Ой, ну их не нерфнут, а апнут. Я просто выдохнул на себя. Нет, там БМов должны нормально сделать. Я не знаю, я видел пару тем на типа на форуме. Ну там кринж какой-то был. Ну, yes. Может апнут, типа, не знаю. Я буду только в ММ играть, типа, я не хочу играть в другие стейки. Так, короче, Арислин, заберешь крестик и звездочку. Фонарь заберешь трусы и печеньку, вот заберешь череп. Рид, ответственная задача. Кикать косты и слепоглазы. Риду. Слепоглазу. Да. Ну а кто ты хочешь покикал? Чтоб я подошел к Рошу сдох, у тебя ранжа есть. Мага, блядь, КД антимагия 30 секунд. У нас цели монет. Кого ты предлагаешь? Аршама без меткости? Я в медведи станчик дам, Зоски. Ну, я ж не просто так тебя назвал. У тебя единственного, у которого ранжа есть и КД недолго. Больше некому просто, поэтому ты кикаешь. 4, 3, 2, 1. Куда троих сразу забрал с меня? Я беба, мы эти спали. Ты, меня, я пока. И Рестер Шаман. Живую бомбу выносим. Или ты где, мать, не знаю, стой, может. А, тебя достает от Сатолма раньше? Мама! Ебать. Все, бейте, у него меня кринж пролетел. Куда и метил? Живую бомбу носить его. А, и КС обновляй всегда, мать, чтоб он висел. Да снимите бан, пожалуйста, блядь. Локи, не баньте собак, не надо. Да, фонарь, ты очень далеко, я ебал рот. Ничего не поделать. Мана, огонь, дай сотру, если. Прохил. Все, стопнули, крошу не бьем. Сейчас сорвет цикл.
Каст. Каст. Угу. Олма, да? Олма, по Олму, поехали, Геру, дали фул ДПС. Забери собаку, там рейд. Хорош. Втроем, вдвоем диспелите, парни. Котяра, дай БР-паку мне. Забери ебаную собаку, милик любой, кто-нибудь, нахуй, с хилов, блять. Которая в рейде, блять. Дельбафник. Декорз. КС обнови прямо сейчас, КС обнови. Угу, все, заебись. Декорз. Слепоглазый меч. Дай гимна Манут Викс. А не, Вальмара, Вальмара, Вальмара. А ритм поставьте там. Я уже знал. Своевременно. Чё там? Ну там слепоглаз, все равно плохо. Бать так-то занятая баба ща. Киглер открылся, по киглеру играть. Да, можно по типу не только аккуратно. Ну потом ГБ. Да похуй. Куда хочешь, ты не. Я сейчас все равно никого не чарю, поэтому там типа так изредка кто просит. Которая выгибает Ингра нынче. Опа. Андрей, ну ты и кадр. Да фрик, блядь. Что такое? А. Дота мне чисто сорвал у тебя. Я даже понимаю, не играю. Блядь. Понимаю, нахуй. Кто еще фрик из нас, нахуй? Дальше. Ты? На нем тоже мои доты. На нем тоже мои доты, Андрей. Андрей, ты знаешь, кто такой фрик вообще? Ебанутый. Вот этот супер, нахуй. Я пока пиздел, нахуй, за тебя умер, блядь. Да, из-за меня, нахуй. За предлагаю себя. Андрею минусануть. Стаунтите Олма, стаунтите Олма. Короче, с фонарем нереально длительно, доты срываются. Но... Кто-то с медиком. Ты лосочный кривить не можешь. Алло, 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 стаунтите Олма. Сейчас промочу. Сейчас. Рано там, может так, чтоб... Под конец дебафа агрить. Тель, остановись. Что ты творишь? Слепоглазый. Сука, да он заебал. Волм ебаный. Может его, блять, уже включат? Дай си лапку, пожалуйста, и каску пороги. Каску еще, красава. Вот еще джиз стоит, когда починить. Это мой джиз, я запрещаю. У меня на него права. Реально, блядь. Авторские. Все возможные. Дайте имя покупал, понял. Котяра, дай инер похолисти. Это нормально, то что он рассоздает агро издалека.
потому да, кстати, что он Драгот Икс идеал. Это нормально, бро. Это реально нормально. Не должно быть, кстати, такого. Это не, ну я ж я в горн дую, он 3 плюс создает. Слишком много, это как, знаешь, обилка какая-то. Живую бомбу выносить. Больше, чем у тебя в горн дает. Больше, чем моя шайба, доты по 5 стаков и джага. Нормально, да, стилус. Да. Я его не бил реально. Ну, я понимаю, да, на нем доты. Только вообще да, странно работает. Вар у меня тоже срывал из-за клива. Вов Сирус кстати, кстати, очень странно. На этих бесах висит получаемый урон типа по ним 0%. Почему нет адска умирать, я не понимаю. Петрум, может, это, поем, нет? Нет, кто этого говорит. Да, Сокру, да, Эрислин? Эма на огонь. Прохил. Киллеры. Там нету тотема еще. Что, фонарь можно бить, нет? Салю дам, подходи. Ну, Эдик типа сам дома себе инер сейчас зальет скоро. Не, у меня все под контролем, мне ничего не надо. Стаунтите локо, прием. Бля, я ухожу не кентал. Сейчас стаунчу. А, он бланк сахар. Блин, тебя так плохо слышно. Нет, дай этот холич гимномена. Все, ставь тут. Фонарь срываю. Не надо, Ондра, пожалуйста. Бля, вы не убили Лока, да? Типа, он не открывает, типа? Да он заебал, Лок еще... Лок не открывается, но один раз открылся. Сука, я заебался уже его танчить. Хороший открылся. Каст. Скучнейший босс, блядь. Этого Оби-Вана досмотрели, как вам сериальчик? Я думаю, молчание, блять, не фонарь дай сокро. Половину не поняли, что за хуйню. Какой, что за сериал? Какой сериальчик? Ну Оби-Ван, блять. Кроша дальше бить. Ну типа был этот Мандалорец там. Там тотем еще долго КД. Может прямо сейчас гим дать. Халиста плыю нажмет нормально. Там же вроде Мандалорцы второй сезон выходил. Второй, да. Стаунтите. И еще какой-то вышел. Мандалорец, путь Бобы Фетта. Потом еще вот сейчас убиваем. Блять, что-то риска захотел Звездные войны посмотреть и сериал. Я, кстати, еще второй сезон Бобы Фетт это он связан с Мандалорцем. О, Оби-Ван Кеноби, дай этот Арислин Сокру. Эма на огонь. Нет, Эма. Возьмите, дайте. Кто может. Блять, милики, стундите, сейчас ревностный будет. На, нахуй, я сдох. Давай, да нахуй, блядь. Забери Арислин. У нас нет танка. Фонари, забери Олма. Олма, забери фонарь. Ну, он на мне. Кроша, забери Арислин. Кринжкинг, глыба. Котята. Забрал. Я веду к тебе. А чё, БРов нету, да? Ладно, пускай котяра танчит, похуй. Потом этот заберешь риндек. На 300 забирай. 45 секунд БР. О, там Крош отошел, можно пойти слепоглазать. Нет, попробовать. 4 минуты. Ай, не, нихуя, он же фаербласт в Арислин хуярит. Хочешь каплю дам, побьёшь его? Да я отхожу от этого фаербласта, на это просто. Блять, дайте КС. Забери босса, забери. Лок. Блять, кастует быстро.
Бесконечная мана, жалко Кунка этого не видит. Какой скоростью он резает? Охуеть, блядь. Это было больно с руки. Там Бэр один откатился, Бэрнич. Пиздёшь, у меня Бэрнич. Да не надо уже, Бэрнич, похуй. Ну, шутите сами. Я-то могу Бэрнич, но я с мишки выйду тогда. Не-не. На ритм, сколько ты дотаймал? 52 секунды. А где Кунка, блядь? Я слышал. Я здесь. Ты говорил, только ты говорил 52, блядь, я 53 написал. Странно. Вам или Бионти? Кунка, ты это видишь? Я сажусь по мане уже 10 минут. Не верю. Да курс. Чувава хорошо инер заливает. Своевременно. Ринда, видимо, ринда, следит. Нахуй ты Вайдар яснул танка, когда у нас ринда, блядь, рипнулась. А чё ты умерла, кстати? Меня шотнул босс с руки. Правильно, блядь, священный щит надо на себя вешать, блядь. И щит нахуй свапать, блядь, когда там вот что. Ой, все, давай Душу разъебываем, да? Ну-ка. Нормально так вар набирает агра на крале. Я прям в шоке. Это со всеми так? Да батько. КС дайте ему, блядь, чтобы не быстро. Фонарь, ты не знаешь, где этого носит? Я его сейчас выебу нахуй. Ставь, 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 я сейчас сухая. Слышишь, Эритрум? Ставь ТТМ. Гимн на ману, если у кого есть X, по-моему, тянет. Якость. Да. Бить, а фаербла сейчас будет. Великий уебан забитан. Супер влажный. Все, бьем. Фонарик. Че у нас там по Гере? КД нет? А, я ж умирал. Я говорю, ты не в курсе, где этого носит? У нас Гера с КД ушла, если нет, то давайте Гер. Ну, если точнее, да, то есть. Уже дали. Возможно, знаю. А поконкретнее. Он в Дискорде с нами, Несс. Где? Нет его. Он тебе ответил, когда ты спросил. Это я был. Да тихо, я ее подъебу. Так я же знала, что это было. Блядь, тупой фонарь, бля, я в шоке. Это ты тупой, а я умный. Я в охуе, что фонарь. А ну тихо. Ты корону уронил, понял? Это ты собак держал, блядь? Просто понятно, что на них игра не было. Чего? Нет, я вообще других держал. Ты оскорбил другого танка. Нет, по-любому ты был. На коленях. Нет, по-любому ты был. Ты был, ты был, ты был. Кто держал? Ты. Попу плута 3, понял? Пацаны вообще ребята, ебать. Я блевану уже, мне надоело. Я просто вспотел от того, что сижу, блядь, 20 минут, не двигаясь нахуй. Картошка? Заебался. Крахмал. Капуста, ебать. А кто грула танчит сегодня? Ты. Давай рол кинем, нахуй. Фонарь, мы с тобой руки закрываем сзади. О, вот это я хочу. Фонарь босс не танчит. А я забыл, как печку активировать. У меня ноги отказали. Сейчас будет фарбласт, милики. Чё у нас, блядь, за розовый рейд, сука? 4 протопало, блядь. Побежали, скипаем сразу. Так, диван 500 голд.
Деньги вперед, ебать. Я думаю, о чем если игнорится. Бля, после смерти паладины каску не бафают, типа, да, только один вот чел нормальный бафнул крест. А, и просто. Я в шоке, Эдик. Я по-любому был фонарь и хлепал. Так, Юля, момент истины. Че? Диван. Хорош. Савчик. Арислин дал диван, а я по нему дал диван. Котопёс, котопёс, единственный в мире малыш котопёс. Мультик такой был, прикольный, кстати. А как они как-то... Шо, фонарь, блядь, нахуй, ты, блядь, походу, нахуй, не знаю, нахуй, застал его, блядь. Я помню, там еще три собаки такие задиры были. Блять, его крутили нахуй. Сколько это, блять? Тысячный год, по-моему, нахуй, какой-то 2001. Нет, ты чё? Позже, да? Нет, это где-то, типа, 5-й, 10-й, плюс-минус. Да-да-да-да, 8-й. Типа, это, ну, ну где-то до 10-го года. Я думал, он, блять, вообще прям ставит. А еще про Джеки Чана был мультик, охуенный. О, это да, кстати, тоже. А сколько подарю лет? Не? На, да. Кстати, мне скоро это изменится число. Прям несколько. Изменится число, это да. Насколько оно изменится. А все, ну, вон, Рид пишет, первая серия 4-го, 1998-го, ну. Последняя 2005-го. Ну, типа. А ты прям в 94-м его смотрел, да? Нет, я помню, что где-то 2000-е плюс, там, 2002-й где-то. Ну, типа, Россия где-то в 2000-х шел, типа, в 2000 плюс. Ну вот, я помню, что это в это время стоп. Так сколько там фонарю, блядь, преисполняется? 15? Я не скажу. Сколько? Нет. 15-01 будет. Преисполняется возраста своего. А я, кстати, говорю вам. А сейчас не говорю из-за того, что да, это... Да, блядь, я специально спросил про людей. Ты в это время, нахуй, еще в яйцах, нахуй, плавал, блядь. Сколько? Уже зачаткой, нахуй. 16 хоть будет, блядь? Ну да, конечно, ты че, кринжанул. Я же тебе говорил. Пиво тебе продадут, вот? Скоро, да, блин. Да. 18 уже будет. Все, поехали, отрежьбись, звездочку первую. Супервар какой-нибудь, пожалуйста, разочек. А ты отмечать как-то будешь? Думаю, да. С кункой? Думаю, да это уже все. Секретно. Слишком много. А может, кунки нет, наверное, потому что он пошел готовиться к твоему дню рождения? Не знаю. Главное побольше. Фонари, это сколько тебе исполнится? А я не скажу, это принципиально не скажу сейчас. Не, ну блять, скажи. Да, не скажу сейчас. Не скажу сейчас. Там Андрей. Всем интересно в фонаре. Нет, никому не интересно. Всем интересно, все молчат, вот слушают нашу с тобой беседу. По факту, да? Всем интересно, сколько тебе годиков там уже исполняет? Годиков, а. Ну прям. Ну или нет. Не, я теперь хочу годиков сказать. Ну сколько годиков? Если меня отчислили из детского садика 15 лет... За что? Просто так. Залупался на воспитательницу. Руки целовал дамочкам постарше. Так что, фонарь? Сколько? Ну я не скажу, это... Я после дня рождения вот скажу. Да? Нет. Да блять, фонари, ну типа, я не понимаю, что ты паришься, ты не знаю. Нет, я не парюсь, мне это просто, знаешь, такая интрига у меня, как бы, как сказать. Ладно, по себе нахуй сказал. Ладно, по себе сказал такой, Юля, ебать, сколько тебе лет, нахуй? Ну а там засмущалась, ебать, бы сказала, типа, я не хочу говорить там или так далее. Ну это понятное дело. А я просто хочу сохранить такую атмосферу у себя, знаешь, типа, никто не знает, пусть все гадают. И шо вы вообще ко мне придрались? Да двадцарик ему, блядь, хули вы пристали, нахуй. Какой двадцарик? У него голос максимум там на 15, нахуй. Нет, мне сегодня 23 давали. Кунка мужчина, тупара, блядь. Подожди, стой, ты... Андрей меня не любит просто. Да, блядь, заткнитесь, вы заебали, дайте сказать. Вы Кункин голос слышали? Сколько ему, блядь, 18? А вчера Мирайо голос слышали? Этому вообще 16, блядь. Кому Мирайо 16 лет? Угу. А мне... Он 9 класс закончил. Бать, и пора нахуй идти, ебать. Время видел, нахуй?
Я тебе больше скажу, у него 12 ночи, начало первого. Ты время видел, мальчик? У него 12 ночи. Так, все, давай, закругляйся. Ладно, короче, так. Войд и... Реслин, сзади руки будете закрывать. Рид спину пускай побьет с волками. У тебя волки под ебало не становятся? Ридига. А, нет. Точно? Ну ладно, тогда пинай все. Я сколько раз вызывал. У меня главное, чтобы они под ебало не подходили. Я их могу отпустить на всякий случай. Ну, окей. Все. Первая, вторая пати под лицом. Третий, четвертый руки закрываете. Рид, твоя под боссом будет рука закрываешь. Вместе с мирами на пару меняете. Да твой бомж пускай один стоит, он типа на всякий случай для подсейва, если какой-то ебан. Ну там под боссом рука, которая появляется прямо под боссом, сзади вот, который ты в спину бьешь, там прямо под боссом рука иногда появляется. Вот она может все время появляться по очереди с Ридом. Ну или там похуй. Она прям плюс-минус вот будет в печеньке все время появляться, эта рука. Ну, где-то вот так. Там все равно за спиной будет стоять. Блять. Остальные все в кресте. Первый, второй пать. Фонарь вот так вот напротив печеньки пуляешь, подводишь, потом поворачиваешь. Друид, правильно. Ты под лицом стоишь. На фонарях полноплан. Один. Как он, кстати, с Рэдом будет в лицо бить, мне интересно. Да, ладно, мне чуть не было реально все равно поставить. За спину, похуй. Поебать, так хватит, он подъебался. Меня одного зовешь? Это кто говорит? Котяра? Чё по Гере-то, да, кстати? Никита, ты тогда его сейчас менять будешь. Гера уже была. Никита, ты его менять будешь. Не было Гера, в смысле была Гера. Блять, фонарь, блять, печку слови, дерни, блять. Чё ты с ФК стоишь? Дай массакру. Да. Никита подъебал вместо кота. За спину ушли. Блять. Все, вернулись под ебалом, брат. Агру меня бьет? Нет, блядь. Эритрум, нажми Геру. Да я понял, хорошо. Печку? Сейчас схламляю еще потом печку. За спину ушли все. Эман, огонь жми. Подъебало вернулись. Быстрее, подъебало, быстрее. Угу. Бланкой просить, где-то умирает. Печка потом. Угу. Уже можешь поворачивать. Угу. Все обратно.
босс дрыщ. Согласен. Прошлый КД такой же вроде был, нет уже после нерфа. Да он не про это, стаки спали, он стал меньше. Mm-hmm. После печки. Так, сейчас будешь зубы по фонарю давать, когда скажу. После шаломля еще я печку сразу лови. За спину все вышли. За спину, блядь! Ой, сука, подъебало батя и септик быстрее. Скример, БР, дай массакру. Да. Отлично. Чего, поднимешь что-то или не поднимешь? Тебе подними сензуру вместо скримера, похуй. Блядь, я уже поднял эту. Батя, останешься под ебалом, септику идешь. Под ебалом быстрее. Ушли за спину. Блять, ну кто там не подошел? Ну что за урод, нахуй? Цикл, да. Опять у него 60 раги, сука, нахуй. Батя, блять, умер, нахуй. От руки, блять. Печка. После шаломля еще будем уходить. Эти прожимки отдайте свои. Ушли за спину, быстрее. Настя, ман огонь. Нажмите ман огонь у кого. Все, подъебало, вернулись, прохил. Пять сорок раги. Септик, ты своими бесами, что ли, нахуй? Да? Ты с вонючими бесами, нахуй, 100%, блядь. У него опять 40 раги, нахуй, после адского. Либо кровочерви, нахуй, или что это за хуйня, я не знаю, нахуй. Бля, закройте слева. Кто-то умирает, нахуй, после адского, и дохуя раги не скинулся. Черви с вами всю дорогу, там все нормально было. Руй этот, печка. Печка, фонари, печка, о, печка, 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 блядь. Все, за спину ушли. Массакра, есть фонари? Нет, 10 секунд. Массакру жми 50%, 50% жми. Массакру дайте, у кого есть. Прохил. Все, подъебало, вернулись. Прохил. Сейчас у него рага хоть не далась, блядь, после этого. А сейчас почему-то 20 далась. Ну, наверное, кровочерви все вижу, нахуй. Он дрожкодничает? Нет, Никит. Да, да, сейчас опять три кровочерви было ему. Траги дал, после шаломля еще больше. Вообще это не должно так работать, конечно. После ошеломля еще сразу за спину понял. За спину ушли? За спину быстрее. За спину. Сейчас будет адский сразу. Кровочерви, короче. Да. Бля, кисти упали, которые я хотел. Я лохуй. Так, погнали полотс. Пояс. Надо кому-нибудь? Шлем. Наруч. Холистый обмен. Шлем. Еще один. А ты где? Ебать, шлемов нахуй дало. Скример обмен. Поснимайте, пожалуйста, кто-нибудь. Холистый 10 и скример 10. Щит надо кому-нибудь? Давай, бог. Щит? Ой, ебать. Это... Хороший щит, кстати. Пояс нужен кому-нибудь, кольчужный? Лучше, чем серебра. Ну да. Там вроде Зуламана падает 64-й. Перчатки, РБВшные, да. Надо кому-нибудь? Нет, Зуламана без дырки. Бля, кисти вообще толстые. Шея.
Шей тоже хороший. Агруха. Ну да, так спасибо, хоть. Агрух. Даже выгоднее. Что за полированный, да? Как мой хуй, после тебя. Давай, печеньки. Ебать. Нахуй, блядь. Куда лезете, нахуй? 18. И, блин, 19. Деба, блядь. Успокойтесь. А, ну, последний. Давай, мен. Бебочка, дай портальчик, пожалуйста. Не, Андрей, ну типа я одну заберу, типа по-любому, даже за 25. Ну давай тоже 25 ставь. Я первый. Похуй, заебали нахуй. Ебать! Даун, ебать. Ты кто, кого дауном назвал? Нас, ну? Давай сюда, я. За 21. Давай, мин. А хули не за 25? Я в шоке. Эдик волобол? Сюда я. Ну поставьте 24, я 25 поставлю. Какие проблемы? Ой, блядь, ладно. Хватит нахуй, печенью вина. А вы заебались в твинов одевать? Кого твинов, блядь, одевать? Я, блядь, последний раз шмотку лутал, вот это наруч с ВК-на. Конечно. Ну, я тебе реально говорю, типа, ну, не считая Зулума на десятки, типа, в 25-ке, а, ну ладно, еще плащ. Ногу. Плащ и наручи, все. Я на форум буду писать. Я тоже пойду писать на форум на Феникса. Хотите там, что, блядь, по три печеньки с босса падало, нахуй, что за хуйня, сука? Я вам скажу, поставь в коминор портал по-просски. Надо было, блядь, забирать, когда они уходили по 12, нахуй, не ебать головы, да. Коминорчик, портальчик, братичек. Заебали с этими токенами. Блин. Злой, блять, на. Очень злой. Погнали монетки крутить, парни, сейчас. Епа. Сейчас, да. Понарь, ты чего хуя? Сейчас. Смог заснайпили мамонта. Я в ахуе. Там типы за мной почему. А чё мы не ходим, вот так вот время остается за печенькой заодно и на этого, чисто на погибель, на балкон? Не знаю, у меня фуловый рейд есть, типа я кодельничник. Можете собраться 10 человек, полчаса времени максимум.